Всем привет! Начинается новое интересное путешествие. Мини-отпуск, я бы даже сказал. То, что у меня это отпуск, но мы вместе с командой Мини едем в Архыз. И, возможно, это будет что-то интересное. По возможности что-то для вас запишем, расскажем, покажем. Будет такой небольшой блок. Сегодня день первый, стартуем. Три колонны, примерно по 10 машин. Поехали! Один из квестов заключается в том, чтобы максимально плотно припарковать все 10 мини, которые находятся в данный момент на парковке. Управляемость мини. С картингом. На самом деле, вот именно эта моделька топовая. Но почему вы вчера ее не угадали на карточке, это странно. Прям вот ваш автомобиль был. В общем так, тормозной путь знаете. Сейчас мы проверим задание. Нужно будет разогнаться и остановиться возле красной линии.
господа. Это сын из Азура, кстати. Летит со скоростью 28,5 тысяч километров в час. Только в нашей галактике более 100 миллионов звезд. И нам известно более 100 миллионов галактик. И именно поэтому сегодня ученые не ставят вопрос, есть ли жизнь во Вселенной или нет. Вопрос ставится, когда мы ее найдем. И я абсолютно согласен с такой постановкой вопроса. Все, что хотел сказать. Спасибо еще раз огромное за ваше внимание. Спасибо. Друзья мои, герой России, ящик испытаний, космонавт, мыслитель, деятель, замечательный человек, друг Мини, навеки вечные, Александр Безуркин!
Уже 4 года, как я владею двумя автомобилями Mini, но до сих пор я не знал, что же для меня значит этот бренд. Если BMW в моей жизни прочно ассоциируется с давним, но очень верным рекламным лозунгом «Восторг», то после этой поездки я, пожалуй, наконец осознал, какую главную эмоцию у меня вызывают эти солнечно-яркие, душевные, живые и, что самое важное, жизнерадостные машинки Mini. Счастье? Да, простое человеческое счастье. Эмоция, за которой мы охотимся всю нашу жизнь и не всегда знаем, где ее стоит искать. И лишь окунувшись в дружную семью фанатов автомобилей Mini, почувствовав на себе их теплоту и искреннее дружелюбие, можно понять, где это счастье обитает и где его отыскать. Я невероятно благодарен всей команде Mini Россия за то, что дали нам возможность это прочувствовать. И я теперь не мыслю себя без этих эмоций, жаждая в любую секунду по первому же намеку от этих ребят ринуться в очередное приключение, чтобы насладиться этим самым счастьем в кругу таких же счастливых людей, объединенных светлыми эмоциями, подаренными, казалось бы, конструктором из металла, стекла и пластика, но будучи наделенного душой и способного этой душой делиться с каждым, кто просто окажется внутри.